Я хочу пернуть вам сейчас. Я не мужчина. Я не мужчина. А я буду побеждать. Вы будете плакать, люто рыдать. А я вас буду всех нагибать. Пожилая Бырбырба сейчас покажет самый высший пилотаж. То есть must-have пилотаж. Итак, как обычно, выбираем место символичное. Школа. Там, где они будут попущены люто. Must. Да, это первая разминочная. Сейчас я на них разомнусь быстренько, отработаю всех пасека, похлопаю женщин. Ба-ба, клоц-клоц, кноп-кноп и да, свидли. Надеюсь, стрич фиксирует собака, амперсант. Ударите, ну и все. Дед, имя Володя, как тебе по 10-бальной шкале? Ой, блин, как сказать? Как бы так сказать, чтобы не забанили? Боги, дрожь. Я дрожь прям. О-хо-хо-хо-хо. Боже, какая хуйня в коже у меня. Что же там такое? Сифилис? Да, прилипочка, да, деда? Привет, пацаны, как у вас в школе делки? О, хо-хо-хо-хо. Может, это оружие женское? Челикова пуля. Оружие женское. Дедушка, ты... Блять! Пососать хульца бы вам дать всем на ротанца. Буду рыцарем, сука. Я рыцарь дороги! Повезло, но не выиграли вы. Вам повезло то, что я сделал перепрыжку. То есть встал и пошел. Ты меня убил тогда, когда я тебя не видел. Убийство, когда человек не видит врага, это называется крыса. То есть ты крыса. Ты не выиграл, ты не победил. Ты крысанутый крыса. Пес. Оу, 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 оу. Эй, овчарка. Мня. Сосать. Все. Ты мне покак X5 когда купишь? Никогда, сука, не куплю. Понял? Вообще забудь это слово. Так, да, так. Да, я... Готов нарезать твои папуски и зумировать. Ой, иди спи, сука. Иди спи, долбоеб. Завтра в школу ПТУ. Завтра тебя ждет ПТУ. Чмонька. ПТУ. Запомните 2-3, точнее, священные буквы ПТУ. Ты придурок. Ты сейчас бомбанет, дурак. Женщина. Спроси у них, они родительский контроль отключили на компьютерах. Чего? Маслянистая девчонка. О боже, нашел девчонки. Да, знаю родителей девчонка. Этого стримера. Отличные мужики. Знаю родителей этого стримера. Отличные мужики. Да, ладно. Знаю родителей этого стримера. Отличные мужики. Знаю родителей этого стримера. Отличные мужики. А при чем тут родители мужики, а чё, этот европейский? Мужчина, о-хо-хо-хо! Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Споки-ноки, пасыки. О боже, они что, спать им-то, они женщины? Лена, не надо их убирать, они нежные. О боже, хотел бы потрогать их попки. Лена, ты ебанутый, зачем тебе попки? Ну, хочу попочку. Боже, что за маслачета сестра Карума. Дедушка, а как ты относишься к тому, что я нюхал Ролинкину пожилую чебуречку? А я тебя не слышу. Только честно ответь, пожалуйста, дедуль, честненько. Мы же все любим отходил. Тебя. Повтори, он отходил. Да, я отходил. Повтори.
Я отходил сильно. Отошел в ламоду. Дед, я говорю, чем пахнет Алинкина чебуречка? Или как она на вкус? Только честненько. У меня! Чел. Чел или не чел? Забрать. Что ты там шепчешься, брат? Я уже умер, кролик. Как ты разговариваешь, что ты женщина лысая? А что ты думаешь, что был не Николай? Николай. А за что, где? Николай лоб. Челы пытаются в воде от меня скрыться. Да у тебя больше половины типа бабских мадеров, это бородатые мужики за 30. А при чем тут Миланович? Пушистый не хвост, прав. Енота. Енота. Милана сосала моего гоголя. По 14 челиков. Блядь, не смог отрезал какой-то сука. Челики нюхали мою полувялую руку. Дениска, Дениска. Сейчас опять отсосет в чистом поле. Это какой-то бред, дед. Че по велику, дядечка? Дед, ну это же бред. Баба. Дед, мистер Бред? Блять, Милана Шабода, сучка! О боже, нежный, какой ты нежный. Ой, дед, не вывез, ну капец. Попусти, что я стал малой. Как обычно. Ну как дела, Домыч? Сосать. Я выиграл по чистому, потому что в конце просто... Я выиграл. Анекдот. Приходит папа и сын в бакинский зоопарк. Ребенок с восторгом кричит. Папа, папа, посмотри, какой большой ишак. Пойдем, сынок. И шаг дальше, а это глатва лакас. Спасибо за донат, Серега Пират. А также чел с ником ваше имя. Рич, ням-ням-ням-ням-ням. Ты такой умный, да? Ням-ням-ням-ням-ням. А попробуй сам пройти Джем Кинг. Или только над дедом хекать можешь. Ням-ням-ням. Так а я и не говорю, что я смогу пройти. Но попробовать можно. Хорошо, давай на следующем стриме попробуем.